Здравствуйте, вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях руководитель театр-студии «Наш дом» Алла Валентиновна Зорина. Здравствуйте. Добрый день. И актер театра Алексей Виногорский. Добрый день. Здравствуйте, очень рада вас видеть в нашей студии, познакомиться. Совсем недавно с успехом прошла премьера спектакля «Этот день Победы». Конечно, бы хотелось сегодня поговорить именно об этом и не только. Вообще, в целом, рассказать о деятельности вашего театра. Вам уже очень много лет и очень много хорошего сделано за эти годы. Алла Валентиновна. Знаете, на самом деле наш дом родился не под таким названием, но это не важно, наверное, но родился он на самом деле в 1975 году, когда были выпущены первые спектакли и старшей группы театра, и студии, которая называлась «Да, детский театр». Вот. А вот оттуда и идет отсчет. И, наверное, очень символично, что именно в 1975 году отмечалось 35-летие Великой Победы, и театр наш выпустил тогда спектакль «Я всегда улыбаюсь» известного кинорежиссера и сценариста Якова Сегеля. Вот. А детский спектакль первый вышел немножко раньше, 8 марта 1975 года. «Рыжий-рыжий конопатый» – это по пьесе польского драматурга. Вот оттуда идет и отсчет. Ну, за это время, видите, 45 лет, на самом деле, это уже возраст такой зрелый, это не подростковый. Мы живы. Мы играем спектакли, в репертуаре у нас есть несколько спектаклей, которые мы можем играть. А за все время, наверное, было поставлено более 40 спектаклей, и классика, и современная. 45 театральных сезонов. 2020 да. год для вас да. юбилейный, знаковый, и совпадает снова с юбилеем да. Победы. Да. То есть вот все не случайно. Да, на самом деле, да. За эти годы, Алла Валентиновна, огромное количество людей прошло через ваш театр. Вот все-таки расскажите о вашем коллективе, о тех людях, которые составляют основную труппу театра. Угу. Ну, вы знаете, основную труппу театра, вот один из них присутствует здесь, это Алексей Виногорский. У нас актеров где-то более 20. И возраст разный совершенно. У нас есть несколько студентов. У нас есть наш аксакал Людмила Васильева, которой за 80. Но она бодра, энергична. Она играет и в спектаклях, и нам помогает шить костюмы, и так далее, и так далее. И снимать даже. Вот. Люди разных профессий. У нас есть и врач. У нас есть доктор экономических наук, у нас есть и федеральный судья, инженер связи, менеджеры. То есть нет профессиональных актеров? Нет, у нас нет профессиональных актеров. Это любительский театр, но в этом, абсолютно, наверное, и его изюминка. Да, вы правы абсолютно, потому что мы не болеем профессиональными заболеваниями неприятными. У нас нет звездной болезни? Нету. Нет конкуренции? Нет. Потолкаться локтями, побиться случае. За роли? Ну, есть, конечно. Так, Алексей. Да. Поэтому я здесь один сижу, остальных я растолкал уже. Ну, шутка, конечно, шутка. На самом деле я горжусь своими ребятами, потому что у нас нету именно ни конкуренции, ни этой звездной болезни. Ребята очень дружат, помогают друг другу. И, понимаете, модель действительно любительского театра, у нас нету никакого счета. У нас мы не стремимся зарабатывать деньги, потому что ну, люди... Вы играете для души. Да. И для зрителей наших. У нас все-таки, я думаю, что я не ошибаюсь, у нас есть свой зритель. Они приходят, даже иногда бывает не очень серьезная реклама, бывает, да, они все-таки приходят, они нас ждут. Это очень важно. Алексей, расскажите вашу историю. Вы строитель уже, Алла Валентиновна, немножечко приоткрыла завесу. Как попали в театр? С чего началась ваша театральная жизнь? Пришел посмотреть спектакль этого театра.
Раньше, ну, вернее, раньше меня просто туда пришел брат, и брат уже играл в этом спектакле. Я пришел на него посмотреть. После спектакля зашел в артистическую, ну, и там состоялся разговор, и предстояла поездка театра в Литву. В Подмосковье. В Литву, а, да. В Литву. Да. В Подмосковье я был на этом спектакле. Это был Тарус, по-моему, да? В Тарусе, да? Или под Серпуховым. Под Серпуховым. Туда вывезли этот спектакль, я на него съездил, посмотрел, помог там кое-что, какие-то декорации перевести. А следующий выезд театра должен был состояться в Литву с этим спектаклем. И один из актеров не мог поехать за границу. Меня быстренько ввели туда, там роль несложная. Третье дерево в четвертом ряду. Я с блеском справился, конечно. И вывезли в Литву, там сыграли, и после этого как-то остался в театре. Это был 99-й год. То есть, Алла Валентиновна, вы когда увидели Алексея, сразу подумали, так, он нам нужен? Там не было больше вариантов, на самом деле. То есть, так вот к вам попадают, кто-то нужен, вот Алексей. В любительский театр. Как вообще попадают к вам в труппу? И как можно попасть? Вы знаете... И готовы ли вы новых принять? Абсолютно, мы открытые. У нас нету никакого кастинга, я потому что очень боюсь, что человек начнет что-то читать или что-то изображать, извините за грубость, да, он зажмется, и я не разгадаю его. А поэтому люди приходят, они или остаются, принимают наши условия, а условия очень простые, надо любить театр и быть трудоспособным, потому что просто так ничего не дается. Вот. И мы по-разному. А сейчас иногда мне просто звонят, потому что в интернете есть наше объявление, которое мы еще давным-давно дали. Ну, в общем, вот так. А кого вы ждете? Вот кто вам на сегодняшний день интересен? Может быть, возраст, профессия, навыки? Ну, понимаете, навыки, я не знаю. Я спрашиваю, когда приходит новый человек, я спрашиваю, вы где-нибудь занимались раньше? Ой, я там давно, где-то в школе. Или я занималась там еще где-то. Такое бывает. Потихонечку они смотрят. Сначала смотрят наши репетиции. Вот я говорю, посмотрите, вот, как трудятся люди в поте лица. Ну, они заинтересовываются и потом остаются. Ну, и как в случае Алексея и других актеров, эта история такая с продолжением. Практически, если попадают к вам, то остаются навсегда. В общем, да. Потому что, знаете, на самом деле у нас есть несколько человек, которые занимаются в театре еще со школьной скамьи. Вот я упомянула доктора экономических наук. Он пришел в театр, когда учился в 9 классе. Ему было около 16 лет. Понимаете, да? Он вырос, поступил в МГУ, они переехали в Москву. И он ездил на занятия, все равно играл. Потом женился. Какой-то был промежуток, так сказать, он не был занят в репертуаре. И сейчас он приезжает, он даже машину себе купил для того, чтобы ездить на репетиции. Алексей, ну что дает вам театр? Ну, это много чего дает. Это отдушина такая, когда приходишь и отдыхаешь. Несмотря на то, что репетиции бывают сложные, бывает... Что-то не строится там в роли, там, как-то не сразу заходит тебе то, что хочет режиссер. Но совместными вот этими усилиями, совместной работой достигается такой результат, который потом... ну, ты понимаешь, что ты какое-то удовлетворение от этого получил. Да, ну, там жизнь, он не зря называется «Наш дом». Это ваш дом, это второй ваш дом. Да, когда мы туда уже детей тащим, детей, внуков, уже все там. Какая ваша самая любимая роль? Не скажу, потому что они... Есть какие-то менее любимые, но которые в общем спектакле получились вообще. Ну, что вам кажется, вот у вас получилось больше всего? Мы сейчас будем восстанавливать спектакль «Луна на окно покойник». Там есть роль бессловесного тела. Вот очень нравится играть его. Приоткрыли, это Куни, да? Это Куни, это то, что в Амхате идет под номером 13. Машковский спектакль. В январе, надеемся, его выпустить, так что приходите. Может быть, восстановим.
2020 год для многих был очень сложный, и пандемия, и самоизоляция. Я знаю, что ваши занятия не прекращались ни на минуту, хоть вы, Алла Валентиновна, находились, в общем-то, дома. Ну, понимаете, мы стали репетировать в Зуме. Потихонечку вот этот спектакль, композиция, там и стихи, там письма, там фрагменты из пьес, я не оговорилась, именно пьес, которые у нас нету этих спектаклей, это не из спектаклей фрагменты, а новые совершенно, и, ну, такие очень серьезные, интересные пьесы. Старые довольно, но они очень подходили к этому материалу. И вот так мы с кем-то, если парная какая-то сцена, мы в скайпе репетировали, там 2-3 человека в зуме репетировали. И вы знаете, я ребятам очень благодарна, потому что эта тема, она касается всех, она касается каждой семьи. Это просто на самом деле так. И в этой композиции звучат письма и самих родственников моих актеров, наших актеров. Понимаете? Ну, мы сейчас говорим про спектакль. Это День Победы, который вот совсем недавно, в конце октября, прошел в актовом зале администрации. Да. Премьера 18-го. То есть каждый считал, что это дело его чести. Понимаете, там и песня авторская прозвучала, и письма человека, который погиб, защищая Звенигород. Мы взяли, для нас это тоже важно, мы все-таки в этом округе живем. Поэтому мы отодвинули все и занимались только этим. И не было, знаете, ни капризов, еще чего-то. Ребята все выходили на связь. И вот благодаря этому мы сумели и выпустить его 18 числа. Какой отклик вы получили от зрителей? Вы знаете, конечно, мы все волновались, потому что сцена непривычная для нас. Но мы как-то справились. Это не театральная сцена. Она не театральная. Но поскольку жанр этого спектакля все-таки документальный, музыкально-драматический, понимаете? Поэтому у нас сценическое оформление, были слайды, были видео, которые как бы дополняли и позволяли использовать именно такую форму и такую сцену. В этом плане это плюс этой сцены. Там огромный экран, который позволял транслировать слайды, которые были включены в композицию. Ну, в принципе, особо, значит, на фоне не добавлять декорации. То есть это и было, ну, в общем-то, Да. Но, конечно, мне пришлось пробовать, перепробовать, потому что кулис там нету. Но нашли ход, который позволил это все сыграть. А отзывы, вы понимаете, люди все встали в зале. Конечно, их посадили так, как требуют сейчас. С дистанции. Дистанции, да. Вот. И многие плакали. Ну, наверное, хотя я не стремилась, я не люблю выжимать из зрителя слезу. У нас там были и шуточные какие-то вещи, и такие оптимистичные. Я по природе оптимист, и поэтому хотелось... Просто тема такая, что, наверное, невозможно иначе воспринимать. Да. Материал. Я в этом спектакле на сцене не участвовал. Я на... Светом управлял. Музыкой чем? Нет, слайдами. Слайдами я управлял. Слайдами. Как раз слайдами управлял. На некоторых сценах, да, так комок к горлу подошел. В общем. При условии, что я знал материал, я был на репетициях. Но, тем не менее, значит, все было сыграно отлично, блестяще. Планировалось показать этот спектакль в Звенигороде. Сейчас, к сожалению, премьера отложена. Но, тем не менее, я думаю, что звенигородцы ждут. Тем более, раз в спектакле использованы материалы, которые имеют отношение к жителям Звенигорода, которые воевали и прошли Великую Отечественную войну. Ну, ждем, смотря когда снимут ограничения.
Алонтин, ну там, наверное, сцена, вы играли на той сцене? Играли. Мы играли на той сцене. Вообще, я должна сказать, что, знаете, мы сейчас не можем играть на сцене нашего родного дома, потому что там идет ремонт. И поэтому я очень благодарна администрации нашей, которая как бы обратила внимание на нас. Вот очень благодарю Валентину Викторовну Переверзеву, Наталью Шмелеву и заведующую отделом культуры Ирину Евгеньевну Ватрунину, которые как-то помогают нам в это наше трудное время. Вот. И мы играли, играем и в Ершова, в Доме культуры. Очень мы много там переиграли в своих спектаклях. У нас есть репертуар, мы репетируем и можем играть. Репетируем. Это была моя мечта всегда, и она вот осуществилась и уже вот длится несколько лет. Это очень важно. Не значит, что, знаете, сделали спектакль, сыграли и забыли. Положили, нет, вот, спрятали в стол. Да, спрятали в стол. Вот, слава богу, это и есть. И мы, конечно, принимаем участие в фестивалях. Нас приглашают. Если кто-то каким-то образом к нам попадает на спектакль, нас потом зовут. Мы побывали на многих фестивалях и в России, и за рубежом тоже. Поэтому ответственность очень большая, потому что мы представляем не только Одинцово, не только Московскую область, но и в целом Россию. Алла Валентиновна, что в планах? Год юбилейный, несмотря, конечно же, на ограничения, на пандемию, вы продолжаете работать, продолжаете репетировать, ну, конечно же, готовить новый материал. Да, у нас сейчас на руках уже у ребят две пьесы. Одна пьеса Ксении Драгунской. Ну, у нас были спектакли по ее пьесам, очень хорошие. И сейчас вот мы с ней созванивались, она благословила нас. Новости, называется пьеса «Новости женского, мужского платья». Вот, надеюсь, что все будет нормально, там распределяются роли. Вот, и еще одна пьеса Анны Березы, она называется «Зеленое озеро, красная вода». Вот. Ну, довольно сложный материал, но там заняты будут два актера всего, но они прочитали, и они готовы репетировать. Ну и, конечно, хотим восстановить пьесу «Люти», которая у нас есть, где заняты тоже три актера. Потому что это удобно. Почему вы скажете, у вас более 20 человек, а вот так вот. Ну, у нас есть чеховские рассказы, где все заняты. Мы сейчас вот-вот-вот должны выпустить в новой редакции шутку «Медведь». Вот где Алексей как раз играет Луку. Вот. И думаем, что в декабре мы должны это выпустить, и может быть, таким образом мы отметим свой юбилей. Алексей, ну вы тут активно так показывали, как идет распределение ролей. Нет, ну, нет, нет, конечно. Давайте рассказывайте. Я знаю, где все живут актеры. Я езжу по домам, говорю, что вот эта роль не... Ну, короче, отжимаю людей просто. Ну просто те роли, которые вы хотите сыграть, они попадают именно к вам. Да, поэтому бывает спектакль, где я играю 5 ролей. Один. Все. Да нет, конечно, шутка это все. Ничего такого нет. Все у нас Валентина знает нас всех и понимает. Ну бывает такое, что вы с ней не согласны. В чем? В выборе. Ну, вот она говорит, вот вы, Алексей, играете вот эту роль. Да нет, конечно. Если тебе дают роль, ты же все сделаешь для того, чтобы оправдать это доверие. А может быть, хотелось сыграть другую? Может быть, хотелось сыграть главного героя? Да ладно, что тебе хотелось? Дело в том, что ты же не актер, ты же не артист, не профессионал. Ты же не видишь чего. Профессионал у нас один в коллективе, она действительно, Валентина, видит, кто что может, и в итоге...
У вас полное доверие на 200%. Ошибок, по-моему, не было. Не было такого, что вышел спектакль, сидишь, смотришь и понимаешь, что нет, вот эту роль должен был вот этот парень играть. Нифига не этот. Такого не было. Поэтому, да, полное доверие. И оно оправдано. Алла Валентиновна сказала о том, что вы, ну, действительно, как одна большая семья, очень дружны. Какая атмосфера вот между вами царит? И общаетесь ли вы за рамками театра? Общаемся за рамками, конечно. У нас есть ежегодный выезд в Звенигород. У нас одна семья раньше жила в Звенигороде. Мы к ним выезжали где-то на пикник. Там 20-25 человек могло выезжать. Потому что даже не все, кто занят в театре, а приезжали с детьми, с женами, с мужьями. Старенькие, как мы говорим. Вот, сейчас они, правда, переехали в Одинцово жить, но ничего, мы уже у них дома собирались. То есть они пытались сбежать, но не получилось. Они прибежать попытались. Они бы раньше жили в Одинцово, потом в Звенигород, потом вернулись вот сейчас в Одинцово. Это они родные пенаты. Спасибо вам огромное, что вы нашли время, пришли в нашу студию. Ждем с удовольствием приглашения на ваши премьеры, на ваши спектакли. Обязательно приедем. Мне бы хотелось, чтобы в завершении нашей программы вы еще раз пригласили всех тех, кто сегодня, посмотрев программу, возможно, задумался о том, а может быть, ему стоит прийти к вам и попробовать свои силы на сцене. Может быть, стоит. Действительно. Давайте еще раз напомним, как это сделать, куда обращаться. Ну, куда обращаться? Мы по воскресеньям репетируем на Лазутинке. В какое время? Всегда. В воскресенье с 11 часов. Это раз. Во-вторых, в интернете есть небольшая информация о нашем театре. И не бойтесь, приходите. У нас, правда, человек как-то творчески реализуется. Это очень важно. И какой бы он профессией ни занимался, если это студенты и взрослые, вот это творческое начало, вот это доброе человеческое отношение, которое сегодня в дефиците, мне кажется, умение радоваться друг за друга, помогать друг другу, это дорогого стоит. Приходите, наш дом вас всегда примет. ВКонтакте группа есть, если что, можно найти. Там какие-то есть фрагменты спектаклей, фотографии наши. И там, туда же можно написать и заявиться, что вот хочу прийти. Приходите. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания.